Здравствуйте, мои хорошие! Существует огромное количество масок на любой вкус и кошелек. Увлажняющие, питательные, омолаживающие, очищающие, отбеливающие. Но лето – отличное время для домашнего ухода за кожей с помощью натуральных ингредиентов. Можно делать маски хоть каждый день, не тратясь, но получая шикарный эффект. Главное – знать, что и с чем смешивать. Сегодня мы расскажем тебе, как приготовить маску для лица с эффектом гидратации, охлаждения, подтяжки и выравнивания цвета кожи всего из двух волшебных ингредиентов. Маска для лица из огурцов. Огурец уже давно зарекомендовал себя как отличное лимфодренажное, тонизирующее и увлажняющее средство для кожи. На его основе делают даже в промышленных масштабах тоники и кремы. Он также помогает успокоить кожу после пребывания на солнце и отбелить ее. А в сочетании с куркумой он творит настоящие чудеса. Куркума является мощным ингредиентом для поддержания тонуса кожи и ее омоложения. Это прекрасный антиоксидант для кожи, а также противовоспалительное средство. От такого дуэта кожа будет увлажненной, сияющей и упругой. Чтобы приготовить маску, смешай кашицу половины среднего огурца и половины ложки молотой куркумы. Хорошенько все перемешай. Очисти кожу и нанеси маску на 15-20 минут. Смой маску чистой прохладной водой. Если твоя кожа очень сухая, можешь нанести увлажняющий крем дополнительно. Учти, что куркума обладает красящими свойствами, поэтому лучше надеть что-то не очень ценное или накинуть на плечи полотенце. По той же причине маску лучше использовать вечером, перед сном. Чтобы смыть желтоватый оттенок утром, может проявляться на белоснежках. Но если ты загорелая, то такая маска даст тебе возможность поддерживать ровный цвет лица и тела, ведь зачастую кожа лица вымывается намного быстрее и становится бледной. Применяй эту маску 3 раза в неделю, и уже через месяц твоя кожа будет более упругой, чистой и свежей. Но эффект виден уже после первого применения. Кожа будто заряженная энергией, мягкая, подтянутая, и ее хочется трогать, что не очень полезно. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!